Я сейчас понятно из Эдема, то самое место, которое, на мой личный взгляд, как бы ближе всего к этому самому Эдему. Вот. Эти два грузина, что им характерно, оба из Киева. Вот. Так получилось. Ну, бывает. Грузины бывают, что живут в Киеве. Вот. Один из них сейчас живет в Израиле. Вот. Замечательный поэт, историк, экскурсовод Никита Мельфельд. А второй грузин все еще продолжает жить в Киеве. Вот, как его первый соавтор, композитор Валерий Сергеев. Грузинская песня. Дыханием дня согрета, жемчужина рассвета, ей птица легкокрылая спешит. Но легче этой дерзкой птицы, кручью спускаясь за водицей, несет босая девушка кукши. Но легче этой дерзкой птицы, кручью спускаясь за водицей, несет босая девушка кувшин. Гончар глядит с улыбкой во след грузинки гибкой на стан ее под шалью голубой. И говорит ей: «Эй, сестрица, не расплещи своей водицы, ведь это не водица, а любовь». Говорит ей: «Эй, сестрица, не расплещи своей водицы, ведь это не водица, а любовь». Она хмурит брови, чтоб выглядеть суровей, под ручеек польется ей речь. Уж если полюблю, то знаю, своей любви не растеряю, смогу ее до капельки сберечь. Уж если полюблю, то знаю, своей любви не растеряю, смогу ее до капельки сберечь. Вот так и мы с тобою не миримся с судьбою, бежим от суеты, от тишины, забыв про беды и про годы, мы чистым тем ручьям приходим, чтоб наполнять любовью кувшины. Забыв про беды и про годы, мы чистым тем ручьям приходим, чтоб наполнять любовью кувшины. Чтоб наполнять любовью кувшины, чтоб наполнять любовью кувшины. Спасибо.